девочка. Строится команда! Команда строится! Команда не строится! Ага, все, все. Чего он доложит? Настолько противно, что аж... Давайте! Аж потухло. Строй! Его! Строится команда! Команда строится! Товарищ Амир, займите свое место. Товарищ Амир, это здание. Что ты сделаешь? Мы не футбол играем. Товарищ младший сержант. Разговорчики оставить на меня не смотреть, смотреть. Направо. Нет, нет, вы в строй. Направо. Все, забей, попадем. Товарищ полковник, два взвода, третьей роты построены. Докладывает старшина роты, старшина Кузьмин. Разрешите встать в строй? Есть. Равняйсь! Смирно! Равнение на середину! Товарищ подполковник, партизанский отряд «Амикс» для проведения музыкальной исторической реконструкции 1412 дня построен! Командир отряда Кулов! Полковник Кулов! Здравствуйте, товарищи партизаны! Здравствуйте, товарищ полковник! Вольно! Вольно! Равняюсь! Смирно! Поздравляю вас с наступающим великим праздником 76-й годовщины Великой Победе нашего народа над фашистскими захватчиками. Приближается великая дата. Вольно! Мы тренировались, товарищ подполковник. Ура! Вольно! Вольно! Важную задачу вы освещение этих событий, которые были и на нашей родине, и в стране, в Советском Союзе. Очень большое мероприятие для молодежи. Огромное вам за это спасибо. Вот. Постараюсь участвовать в каждом мероприятии, каждый год. И военного комиссара постараюсь привлечь к этому мероприятию. Хотя у него тоже дел хватает. Огромное вам спасибо еще раз. Спасибо. Служим Советскому Союзу. Ура! 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 И служим Советскому Союзу. И... Служим Советскому Союзу! Ты этот нарежь, это направо по местам дислокации с песней шагом марш. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Грабе, у нас концерт, артистов, а мы шесть пожалуйста. Да, Сарик. Один. Как у тебя вот?
Я в своем звании. Понятно. Ну вот сейчас купили погоны по дороге. Вас разжаловали, да? Да. Вас очень место. Это личный электрострадник. Комбригу! Монаколун! Помните, когда... Праздничное мероприятие, нам нужна поддержка друзей, товарищей. И я с удовольствием партнеров, а именно Кабардино-Балкарский благотворительный фонд социальной поддержки студентов имени Тластанова. Долматовского. Осенью 1939 года композитор Матвей Блантер и поэт Евгений Долматовский участвовали в освободительном походе Красной Армии в Западную Белоруссию. Написали несколько песен и тогда же начали работать над песней, впоследствии получившей название «Моя любимая». И в начале 41 года Долматовский написал новые слова, звучавшие как воспоминания о том походе. «Я уходил тогда в поход». Thank you.
1412 дня Великой Отечественной войны. На сцене театр песни «Амикс». Встречаем солиста Мухаммеда Каздохова. Песня «Березы». Испуг, прижались к матерям, цепляясь за подолы. И выстрел раздался резной. Ребенок, мальчуган больной, головку спрятал в складках платья еще не старой женщины. Она утка все понял, понял все. Закрой глаза, но волч, терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно. И он закрыл глаза и заел. Все. А я тебе не...